Так, на чем мы будем играть с плагиатом? У меня есть томатос, у меня есть говно из жопы и вот это, наверное. Да, нормально, я готов. Для тех, кто не знает, для тех, кто только подошел, мы сейчас будем с плагиатом один на один рубаться на сапке. Я, правда, не знаю, насколько. Я попытался ее развести на 20. Слышишь, но... я хочу сейчас задонатить в игру, чтобы тебя выиграть. Подумай, вот смотри, скажи, эпический кошель, да, вот там по 200 монет на трех эпических наемников. 179 рублей, сейчас, как считать? Дай, дай я зайду в магазин, гляну, потрогаю, да? Давай. Это, знаешь, этот давай. Эпический кошель, это который справа внизу, который внизу, да? 179 рублей, да. Блять, надо сейчас пощупать. Теплый. Теплый, значит, ну, значит, энергетика хорошая. Стой. Так, стрими поли. Все, выруби. Все, вырубил. Так, сейчас я... Ну, мы можем каждую катку менять колоду, просто чтобы было интересно, а? Да, но у меня три колоды, вот я собрал 3D. Окей, да, у меня тоже 3D. Сколько? На 300 лежу. На 50 сабок? Сколько? 20, ну что, я сосу здесь. О, все. Я тебе даже дам выбрать название колоды. О, отлично, я тогда тоже дам. Колода называется... Говно из жопы, томатос и плагиатотрах. Какой выбираешь? Давай, чтобы она исключить сразу жесткий отсос, плагиатотрах, давай. Хорошо. А теперь ты выбирай. Короче, у меня есть название. Три названия у меня тоже 3D-ки. Отряд 1, отряд 2 и отряд 3. Давай отряд 2. Хорошо, давай. Йоу, зацени! Это моя новая любимая толстовка! С маленьким рагдарошей на ней! Офигенно, да? Да я знаю то, что, блин, это исходящего замка, чувак, но мне плевать, для меня это Рагнароша. Я в ней каждый день стримлю, и качество балдежное, мягкая, сочная, блин, ткань с картинкой офигенно пропечатанной, я прям доволен. И вы себе можете такую залутать на принтфесте, или что-нибудь другое найти, благо там разнообразие просто... Я час себе выбирал, потому что не мог выбрать из чего, они там каждый день пополняют себе принты. Если что... Размеров там тоже дофига, там вроде от XS до 9XL. Если вы здоровяк русский богатырь, то по-любому что-нибудь найдете. А по промокоду TOMATOS10 можно залутать еще и 10% скидку. Ссылочку я, конечно, в описании оставлю. Ну все, я дрожу теперь. Я играю. А что это у тебя там три агильщика делает, вот расскажи, ну чисто я интересно. Я прикольную играю, стратегию. О, ну, кстати, звери меня должны вроде как сексом. Тут, походу, ты правильно выбрал деку. Дека называется плюс сапки, походу. Но бывало я выигрывал зверей. О, у тебя там еще, у тебя там три человека, там он Дуин Виллен, вот это вот все. Ща я поприкалываюсь, ёпта. Давай бизнес откроем вместе. Бля, было бы супер найс. Картофельный помидор. Картофельный, а, хорошо. А можно быстрее бить? Хотя можно, нет, можно, я можно. По-любому медленнее, да. У тебя пятерки. Ой, укусил. А можно макака ударит хоть раз? Thank you. Ну ты жестик. Хорошо, эти дети. Ты, кстати, дектрекер юзаешь? Да, он у меня включен сейчас. Но я его не выключил, я ладдер играл сегодня. Могу выключить, если ты на да очки не, слышишь. я юзаю тоже. Просто он хорошо, ну, не давай, всегда давай, хорошо, хорошо, не, но я на записи посмотрю. Не, у меня нет своей кофейни, но я думаю, что было бы найс ее открыть, потому что... Кофейни это хайпово, по-зумерски классно. Вот сборка для томатоса. Алекстраза, Керн, Тавиш, Вун, Брукен и Геддон. Ого, круто. Это Смурфи КХС передал. Спасибо большое. Смурфи КХС, запомнил, Ник? Да-да. Но я на записи потом послушаю, чекну. Потому что мне реально хочется с Алекстразы. Потому что, ну, потенциально она приколдесина, но... Что-то пока что в моих руках она черемякает бибу. Ты, я так понимаю, потопать за Керна зашел, да, сейчас? Так. Ну, вопрос, обман или ускорялка? Потому что я под ускорение могу дракона кинуть, ё-моё. Ну, это все, это файфхэт, сейчас я сижу, думаю, прикинь, реально сижу, думаю, в Харстоун. Обман. Я, на самом деле, сколько играю в наемники, привык... Сначала у меня была мета, я думаю, на 3 хода вперед, потом... Думаю, на 2 хода вперед, а сейчас я только на 1 ход думаю, и такой, типа, нормально. Ну да, наверное, 1 лучше, когда ты не знаешь, против чего попался, по крайней мере. Да, просто я один раз у челика прочитал гайд, как играть колоды, и он говорит, если вы играете против природы, вы когда Керн, когда этого Молфуриона убиваете, там всегда 100% потом выходит Керн. И мне 3 раза подряд против меня Тайши выставляют, я такой, а... Ну да. Ага, значит, топать будем, ладно. Ну хотя топать это всегда правильно, лол, это ж минус 40. Чего? Куда ты бьешь? Ты шо? Это я дракону, если что. К
Кстати, дракона, походу, поменяли, потому что раньше он не так работал. В каком плане не так работал? Раньше дракон мог два раза двух разных ударить, а сейчас он ударяет два раза одного и того а же. А если что, там провокация была? Я так ну, сейчас прямо. А, ладно. Так, ну, удивлять тебе или не удивлять? Ладно, удивим. Ну что у тебя? Удивление! Что? Это... Это Diablo Kerr! Невозможно. Пать, у меня, ты бы видел, насколько быстр круж сейчас. Ты сейчас будешь вызывать. Нет, не будешь вызывать. Нет, завеса, чтобы я по имени не получил так сильно, ты чё, Рур? А, типа, от Диабло, понял. Mm-hmm. Мне не нравится против зверей играть на этой колоде, потому что лис потом всегда банановое безумие. Банановое безумие? Вот ты не выставляешь лиса в огненный топот или что, не понимаю? Но если у тебя лис в колоде, до того, как ты его не выставил, он жрет с первого хода последний прикол. Understandable. Yes, boy. Здорово. Передаю. Да. Передаешь? Сейчас передам, да. Сейчас, сек. А, передай от меня Томату привет. Илюха, это там, Томат, Леха, Леша. Тот тебе, самый Илюха, знаменитый Илюха. Илюха, ну, здорово. Есть. Я знаю одного Илюху в своей жизни, его звали по кликухе. Илюха, наверное. Не, у него была кликуха Колбасный Король. Ну, это потому, что у него писька большая была? Нет, просто он был, ну, пухленький. А, вот. Окей. Ладно. Ну, кстати, интересно, если я сделаю гениальный мув, то, возможно, я сделаю гениальный мув. Это будет просто... Если я сделаю гениальный мув, то ты прям, знаешь, ты прям скажешь такой... О-о-о-о. Это будет смешно, кстати, если получится. Можно гениальный мув, пожалуйста? Получилось. А можно, 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 можно. Эх, жалко. Не, просто если бы ударился дракон вправо, то он бы наносил не 25, а по 50 урона, понял? Под Армагеддоном. Да, 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 это пизда, это БТВ. Но тут я отсосал, походу. И нет, тут выходит тут секретное оружие. Давай, собака давай, девятихвостая с одним хвостом. И что она у тебя кастует? Банановое безумие, она жрет первое заклинание. Вот это, вот мне кажется, если бы ей сделали то, чтобы она меняла каждый ход обилку, даже сидя на скамье, то это было бы круто. Да, я не понимаю, почему она не после каждого раунда обилку заново меняет. Да, да, да. Тупо. Да не. Парни, мы отсосали. Нам нужно срочно камбэкать. Так, это был второй отряд, да? Надо запомнить. Да, это был отряд номер я два. Вычеркиваю. А у тебя плагиат отрах был, да? Да, у меня был плагиат отрах. У меня еще осталось говно и жопы и томаты. Да. Давай, короче, говно и жопа. В принципе, то же самое. Давай, отряд один или отряд три? Давай первый, первый. Первый? Хорошо, ну все, все. Сейчас, блядь, либо победа, либо это все. Да не, мы все равно три играем. Три, я со слезами на глазах буду играть. Чтобы показать разнообразие. Да ладно, сейчас камбэкнешь. У тебя колода жестко контрить должна, наверное, была, ну, со зверьми природу, да? Не, я знаю, что у тебя природы нет. Но я чисто ненавижу природу. Я знаю, что там бутылки пластиковые выкидываю, ну, вот это все. Да, найс. А я просто трахаю природу, когда вижу. Ой-ой-ой, прям в дупло. Ну, получается. Так. А, серьезно? Опа! Миррор! Ну привет. 50-50 Рафлан ебало. Ну типа. Ох, сейчас бы монетку. Это... Почему ты сказал, что я задрот в наемниках? А прикинь, у меня один ППщик взял просто и в первый день, что ли? Да. Нет, во второй день уже имел всех наемников до 30-го трапанных. Да. Вау! Всех. Вау! Жесть, у меня до сих пор нету. Ну это, ну типа, бля. Не, ну найс то, что успел, конечно. Потому что, видимо, он просто нас переиграл. Как genius. Дело сделано. Угу. А ты не хочешь? Ты чё там это? Не-не-не. Да, все правильно. Не, я просто у меня в голову пришла идея супер. Типа, что ты сейчас возьмешь и похилишь. Я хотел двойку на Тамсин прожать. Нифига. Гений. Ну ты, конечно, провокатор своего неприятно, неприятно, но это читы. С твоей стороны. О, а ты менял колоду, да? Там выглядит вариант так же. Ладно, Самура,
Рил? Не, ну у меня нет варда. Да, у тебя звери, зверей нету, я пошутил. Так, сейчас. Ну и чё, Ну кто же знал, что тебе там Валдун. У тебя скорость, конечно, мама. Да, тут обоссаться, но просто если сейчас будет опять неприятный момент один под названием Хех, ну здравствуй, то под будет. Под названием 50-50? 50-50, да, именно так. А, сейчас. Как говорил Владислав Слукакович, 50 на 50. Кого, блядь? Ну ты не знаешь, это мемы из Call of Duty. Ах. Ой, блин, из Counter-Strike Call of Duty. Ой. А, блин. Ну правильно, конечно, конечно, так больше будет. Что-то я посыпался, если честно. Зачем СПД под третий Волжина давать? Не лучше под второй? Нет, не лучше. А-а-а. Call of Duty. Ой! Ты ж не собирался там хилять? Да, я похилился. Ет! Ну так клёво сработало. Конечно, он там ушел в инвиз. Ушел в инвизибилити, вот это плохо. Ушел в инвиз, покакал под карниз, то есть, ну ты понимаешь, да? Ну у тебя все равно проблемы, ты в курсе? Ну, выходит, что правда. Я, правда, не знаю, как это произошло. Но... Жизнь жестока, жизнь зла. Иногда 20 сабок теряешь у из кармана. У тебя 4... Подожди, если так, так... Блин, нет, но... я же успеваю. Подожди, как ты меня тут... Что, реально что, трахаешь что? Меня в очко а сейчас? А что ты делаешь? Сейчас блин, я подумаю, жалко, я что хильнулся в прошлый раз. Да, ну давай. Ой! Ну это минус этот. Ой! Но там минус 40 должен. Блять, он бафается, точно. Точно, я забыл. Unlucky. Опа, вот это... Unlucky, мало как и в сраке, да, это разъебыч. Блин, тавиши проблемные. Вот у тебя нет тавиши, да? Ты тебя не прокачивал. Не-не-не, у меня дальше ты знаешь кто. Кто? Ты знаешь мой парти. Дальше Керна, после Керна кто? После Керна прикол, тупо. Ну если я сделаю привет мама, то это будет прикольно вообще. Так, ты можешь тройку дать сюда? Не, ну тут я успеваю точно забирать самура, тут без вариков. Да-да! Забери вот он, знаешь, что ты заберешь. Ну я бы на твоем месте топнул, чтобы замедлить, знаешь, ударить. Не-не-не. Я сейчас anyway только одного выношу, ты только одного можешь выставить. Мне кажется, нужно, знаешь, типа еще как-то правильно сетапить, сколько ты наемников выводишь из игры, чтобы нельзя было твоему оппоненту выставить сразу комбу какую-нибудь, которая с откадешными скиллами ебет. Странно. Не, не думаешь? Ну, они ведут, допустим... Валера, она будет контрить Керна, поэтому ее и не вели. В принципе, челики уже разгадали этот мув. У Валера будет скилл вот этот, Fan of Knives. Он ускоряет на 4, по-моему, все спилы. А твои замедления от топота на 3. Если я не ошибаюсь, конечно. И вот она должна контрить по логике вещей. Да, что-то помню, я там показал, надо пересмотреть. Так, я помню, у меня сейчас спрашивали, нахера Волжин, когда нет синергии. Не, Волжин... Он ебёт очень... соло. Да, и быстро, ну и плюс у меня тут есть энергия дальше. Я тебе уже говорил про неё. Я, кстати, думал потом заменить эту синергию на Диабло, но потом что-то как-то не пошло. Блин, сейчас, знаешь, сейчас разбрасываются словами такие, а давай на 20 сабок! Раньше, знаешь, по 5 баксов такой, о, чё, не, $100, чё, а сейчас 2000 рублей такой, о. Такое о, есть. Такое есть сейчас. Oui. Дело сделано. Как тебе мое участие в турнире стримеров? Так я же за тебя топил. Да? Так вот почему я проиграл, блин. Да. Да нет, ты тут... Я в тупике. Тупичок. Я в тупике. Но я тупо в тупике. Ты вообще прям обожаешь кастеров и тьму, да? Мне кажется, люди, не, которые... Не, это так получилось, на самом деле. Мне кажется... Ну, по факту, в начале наемников никто не знал, кого вкачать, кто будет имбой. И люди, которые вкачали орков и... Орков, демонов и зверей, они, ну, немножечко не угадали. Им просто тупо не повезло. Ну вот, мне сегодня чел писал то, что на моей сборке зверей, которую я в самом начале выставил, он там какую-то одну карту поменял, он 8 тысяч апнул сегодня. А вот насчет орков, да, это правда, что-то как-то отсосали. Орков скорости просто не хватило в итоге, и все. Ну хотя на чем только не апают.
другой стороны. Ну, у тебя там вообще... Тут у меня от сосич за сосич. Не, ну сейчас будет 50 на 50. 50 на 50? Ты хочешь тройку бахнуть, чтобы Керна забрать, да, сразу? Да нет, я не буду Керна забирать. Да ну бред какой-то. Так у меня Керна... О, на зверях 8700, говорит, чел взял. А, я слышал... Там вообще, на самом деле, после 8000 начинается такая клон-фиеста, там люди меняют колоды по КД, у них реально начинается камень-ножницы-бумага. Ты берешь в чате пасту, 2000 рублей для него не деньги, зажрался, у меня на карте столько не было никогда. Давайте я каждому из вас по 2000 скину, чуваки, кидайте. О, так, сейчас, да, я зайду в чат, потому что сейчас проиваниваю. Кто забаним организатору турнира за то, что мат не выиграл? Главное, что Хапа выиграл. Да, кажется, что... Слушай, я когда играл против Хапы, он против меня радил лоу проценты. Подожди, и я такой... секунду, мне тут пишут: можно вместо тебя мне с томатом сыграть, защитить твою картофельную честь. Илюха, брось, не надо, спасибо за 50, ты что, не надо вписываться. Ну давай, я согласен, но если он проиграет, тогда ставка x2. То есть не 20, а 40 ставок. Так ты Илюху просто возьмешь и обанкротишь. Не, но ты за него заплатишь, ты же, он твой зритель. Не, я не хочу минус 4000 сегодня, Леха. Понимаешь? Ну так получается, сейчас минус 2 и еще минус 4, минус 6 было бы. Ну, минус 100 примерно, я понимаю, да? О, это выглядит как природа, кстати. Это выглядит как 2-2-2. Да, 2-2-2 это обычно природа, либо самый урон дрочи, но самый урон дрочи. Бля, серьезно? О! А, ну нет. Ну почти. Так. Ну, кстати, здесь ты должен выиграть меня. Ну, как бы, ты видишь, урона от огня у меня маловато, как бы, да? А, ты не стал... Не стал максить, да. Но зато Варна не заморозит. Кстати, ты не собирался? Ты можешь зафокусить Вардена просто очень быстро, и тогда они не заморозятся. Вот, так что совет тебе, как, ну, игрока, который... Да я уже в Рагнаросе все направил, нажал ожидание. Я уже, блядь, минус 2000 сижу. Я сначала думал, короче, что прикол Рагнароса будет работать как с вот этим вот замедлением, да? Ой, точнее, да, то, что он с замедлением именно будет работать. Сорок! Типа, что... А, стоп, ты не тот артефакт? Не, вроде. Не, ты вообще не стал трогать Тайш. Вообще похуй на гнома этого. Не, подожди, а ты разогрев юзал? А почему ты не юзал у Гедона самое лучшее же это пекло, и у тебя же даже артефакт на пекло? Я в тильте, ты не понял еще? А, понял. Добро пожаловать в мой мир. У меня было, на секундочку, 8700 рейтинга. Я слился до 7300. Ку. Блин, реально, так тут нет эмоций, тут никак не кидать, блин, и не побэмить никак, и чата нет. Вот здесь бы, мне не, кажется... Побэмить тут на алмазными, они ж вообще пиздят. Да. Но смотри, тут реально доска, ну как люди все рофлят, пустая. И тут бы реально какой-нибудь чатик был бы прикольный. Да не, вредно, хардстоунеры, у них жопа сгорает, когда ты им просто велплейт пишешь. Слушай, меня никогда не задевало это, потому что я всегда мутил противника, просто с первым действием, когда заходил и мутил. Ну а чё они не мутят тогда? Не проблем. Клоунцы, потому что. Так, это чё, это огонь получается, да? И это так. Не, ну тут он погибает по-любому. Кто? Варден? Кто? Который не заморозился. Не Варден. Смотри, кстати, Рагнарос сработал. Не заморозил в итоге Рагнароса. Просто Рагнарос погиб впервые. Не понял. Но у тебя у Варлона пассивка. Ой, у Рагнароса пассивка не может заморозить. Но ты же вроде как. Так ты ж не умирал. Ты заморозил. Нет, ты ж квал давал сюда. Да это, блин, каламбур, братан, каламбур. Обосрались. А, кстати, обыгрывать, короче, вокруг Тавиша. Ну, я сейчас сосу очко, что мне рассказывать. Но, короче, за Диабло. Ну че, как ты это сделал? За Диабло обыгрывать пиздату Тавиша. Братан! Слышишь, как, когда у тебя токены стоят, они же тоже считаются за существо, которое не проатаковало еще. Вот, и там дополнительный топ-топ происходит. Вот. Да. Я что-то, ты с апокалипсом сделал очень умный мув.
32 ударила ловушкой за это. Естественно, я рассчитал это, если что. Hello. Как бы разрывная называется. Не, это реально. Вот если это реально ты продумал, это очень. Конечно, я продумал. Ты думаешь, я дважды проиграл без шансов. Ну, понял. Не, ну я могу сказать, это high level play. Без рослов. The next level play. The next level play. Level play. Томатос на Алекстразу для третьей билки артефакт. Можно потом, можно, знаешь, потом сыграть, чтобы было прикольно. Один на один в доту на миду, а? А, так там я тебя выйду, ставь любые деньги. Ну вот, интересно. Я отыграюсь, отлично. Вот это плюс мораль, кстати. Ну, плюс мораль. Он не знает, чат, он не знает. Да что ты не знает? Там точно победа. Какая? Он не знает, чат, он не знает. Он не знает, мы не скажем. Он не знает, мы не скажем. Ладно, я тут посыпался уже. Стоп, ниху... Подожди, ты дал сотрясающий топ, и ты сразу огнен. Хуя ты умный, а как так вышло? Не, оно не суммируется. Ну да, потому что я знал то, что... У меня здесь единственный вариант выиграть, это полагаться на удачу, что мой топот будет раньше твоей шестерки юзаться. Других шансов у меня нету здесь. А, ну это удача очередной раз, я так понимаю, сработала, да? Ну так ты же купил в магазине, те вот удачи должны были подкрутить. А мне подкрутили так, что, ну, все пизня. А у меня крем погибал, кстати? Мне подкрутили пизня. У тебя не погибал еще, нет. Я только на него накинулся. Я не помню. Я вот очень хотя тяжело на керне играть, потому что я не помню, когда он погибал. Да. Надо, чтобы у него надпись пропадала. Подожди. Стой, подожди, как мне это сделать лучше? Я подумал на секунду, что ты гений. Ладно, я на секунду. Бля, это как оскорбление было. В смысле, а что, где? Подожди. Нет, все. Ты замедлен сейчас, по идее, я быстрее делаю дела. Не-не-не. Нет, ты можешь, бж, гений. Бж-бж-бж. Я этих Диабло... Стоп, он... Не, у нас нормально, я уже забоялся, что он замакшен у тебя. Я уже все, я уже в стресс не, впадаю. Не-не, эти игры у меня замакшены, только дурацкие. У меня замакшен Алекстраза, у меня замакшен Лис. Ну, с Алекстразой я вообще вынес на меня что-то. Она ж легендарная, по факту. Да-да, я не знаю, как ты. Легендарку замаксил, блядь, мне мусорную. Все выпало. Не обижаю. Хотя как мусорную? Блин, у меня скина до сих пор на нее с Бубой нету. Она даже лучше, чем... Да-да-да. Так, ну ладно. Сделай. Да, у Лехи тоже стрим сейчас идет, по идее. Сори, что не прочитал сразу. А как погибло? А, ты опять гений! Ебать, а ты знаешь то, что я сам этого не понял только что? Да ты как так делаешь-то? Что? Я даже не подумал о том, что ты опять ваншотишь. Мама! Обалдеть! Ребята, он притворялся. Да, решил просто в последнем, чтобы в сухую не всосать. Чисто порекольнуться, ёпта. Не, ну реально, это круто. У меня был расчет на то, что Диабло выживет, и я на следующем ходу с ускорением 2х съем. Обалдеть. Мама! Ну давай, пожалуйста, топни после удара медведя. Спасибо. Что ты взял, что я топать буду, лол? Только хуй тебе еще остается. Он не знает, мы не скажем. Он не знает, мы не скажем. Так. У меня карточка не погибал. Ты в курсе вообще, лол? Погибал, не победил. Я думал, ты сейчас в тирителе внёшь просто. 24, потом 20, если я сейчас ударюсь. Ради прикола скажу то, что у меня... Короче. У меня в чате ставка была, и на меня поставили 90 тысяч, а на тебя 10 тысяч. И типа сейчас проиграл. Прямо сейчас, типа? Что с лицом красным? Да-да-да, за каждую катку была ставка. Тебе позор, тебе бородатый, тебе позор. Синенькие Сава? Да-да-да. Да, нормально. Ну, было весело. Да, это разъеб тебя, но деньги придется попрощаться.